Добрый вечер, дорогие друзья, с вами канал «Одна Австралия» и я Александр Петров. Меня опять и опять спрашивают о том, а что же сейчас надо делать, чтобы приехать в Австралию, остаться, визу получить и так далее и тому подобное. Извечные вопросы, да то же самое, что и раньше. Только единственное, что сейчас более сдвинуто это все в сторону въезда в Австралию. Именно въезд в Австралию определяет ваши пути. Это и есть то самое узкое место, которое, собственно говоря, и нормализовало профессиональную миграцию в Австралию, потому что до этого это был бедлам, до этого это был кошмар. Я понимаю, что очень многие ребята наши приехали и остались, но счастливы ли они, не знаю. Счастливы, наверное, счастливы, когда они видят, что с ними могло бы происходить, но та ситуация, которая разворачивается сейчас во времена вот этого коронакризиса, это ситуация, которая нормальная, это ситуация, которая должна была быть в стране, которую хотелось бы считать идеальной. И вполне возможно, так оно и будет, а может быть и нет. Все это зависит от людей, которые живут в этой стране, стоят у власти в этой стране, и это мне не внушает оптимизма. Но первое, что вы должны знать английский язык. Ребята, английский язык, я уже 1001 раз говорил об этом, наверное, 4001 раз говорил об этом. Английский язык определяет очень много. Английский определяет все те остальные вещи, которые позволят вам въехать и остаться в стране. Если у вас нет английского, у вас нет возможности общаться с теми, кто вас здесь оставит, ну, например, с работодателем. Нет возможности сюда приехать и нет возможности здесь остаться, если нет английского языка, за исключением, может быть, каких-то партнерских, родительских виз и так далее. Но даже здесь уже ставят какое-то ограничение, типа 6 баллов, и не волнует. Так что все равно английский язык нужен. Ваш профессионализм, ваша возможность трудоустройства в Австралии. Без этого профессиональная иммиграция, а именно о ней идет речь во всех моих роликах, или почти во всех, именно профессионализм делает возможным ваше оставание. Но профессионализм – это и связи, профессионализм – это и знание английского языка, кстати, и терминологии, и сленга, и знание публикаций, географии, истории, культурологии, очень много чего другого, что влияет, все равно влияет на ваш профессионализм. Это надо уметь, и это вы можете в себе воспитать. Как, в принципе, вы можете выучить английский язык, чего уж там греха таить, можете, конечно, можете. Нужно быть профессионалом в той отрасли, которая нужна Австралии. Но если честно, профессионалы в любой области, если они действительно топовые, то они стране нужны. В том числе, если брать, допустим, 124-ю визу, как высшее представительство 858-й визы. Это, дорогие друзья, будем мы воспитывать, и это мы делаем с помощью так называемой академизации нашего потока. Мы делаем это с помощью высочайшего уровня обучения в России и в других странах. И то же самое касается и Австралии. Вот солнышко заблистало, надо будет очечки одеть, чтобы не повредить глаза. Так вот, дорогие друзья, профессионализм нужной стране, английский язык. Безусловно, фактор возраста, семейного положения, все это имеет влияние на то, сможете вы приехать, сможете ли вы остаться в Австралии. Но это уж, как говорится, не изменить. Ну, есть семья, ну, есть возраст. Вы же не можете от семьи отказаться и списать себе годков эдак 20. Не можете. Значит, обращайте внимание на то, что я вам сказал. А что касается каждого конкретного случая, ну, для того я и есть, для этого вы можете спокойно
снимать трубочку, звонить по WhatsApp, Telegram, Skype, Viber, Facebook. Короче говоря, наберется с десяток разных коммуникаторов. И я думаю, что мы найдем возможность вашего и только вашего пути. Несколько каких-то других путей, а вам уже выбирать. То ли идти по одному, то ли идти по-другому. То ли вообще не идти. Такой вариант тоже присутствует. Спасибо.